Это современный тип ресторана, который мы открыли как определенный инкубатор идей инновационных, технологических. То есть это в какой-то степени определенный эксперимент наш о том, как мы видим цифровое будущее, о том, как должны работать рестораны и как они должны взаимодействовать с нашими потребителями, гостями. Кофе, да? Да что? Зона выдачи, классическая зона выдачи в ресторане, это определенное такое узкое горлышко всего процесса работы ресторана и выдачи. И в этом ресторане мы в том числе решаем проблему скорости обслуживания и увеличения этой пропускной способности. Такой тип ресторана в несколько раз эффективнее обычного. Мы занимались вплотную вот этим проектом полтора года, и, по сути, это, конечно, результат вот полуторалетней работы. Но коронавирус, он подстегнул, скажем так, завершение строительства, завершение отладки, и вот так совпало, что мы сейчас можем предложить решение, наверное, оптимальное в текущей ситуации для гостей, ресторан, где контакты сведены к минимуму, и где безопасность обеспечивается, наверное, в большей степени, чем в любом другом ресторане. Индустрия питания, она, в принципе, не может стоять в стороне от вот тех процессов диджитализации и такой инновационной трансформации, которые идут сейчас вообще везде. То есть, если вы посмотрите на любую отрасль, не знаю, на любой рынок, на любую отрасль индустрии, вы видите, что там идут вот эти процессы цифровизации. И было бы странно, если бы их не было вот у нас в индустрии общественного питания. Это, знаете, вот вечная дискуссия, создадут ли инновации новые рабочие места или они их, наоборот, сократят. И, как показывает практика, внедрение инноваций, оно изменяет просто характер работы, характер задач, с которыми нужно взаимодействовать с сотрудником. Есть составляющая кризиса потребительского доверия, что ли, к индустрии. И в этом самая большая проблема. Потому что когда люди вновь начнут доверять, и когда они вернутся, и когда они спокойно будут, так как мы с вами здесь за столиками сидеть рядом с другими людьми, это большой вопрос. Поэтому думаю, что инициатива может принести свои результаты. Этот кризис, конечно, тоже дал возможность ресторанам быстрого обслуживания скорее немного вырасти в доли. Я говорю про долю, потому что в абсолютном выражении, конечно, все упали. Но и в дальнейшем, в 2021-2022 году, рынок питания вне дома все так же и будет продолжать развиваться главным образом за счет ресторанов быстрого обслуживания в России.